Всем привет! Всем, друзья, привет! Катаемся по Анапе. Да, сегодня мы ездили делать полюса. Медицинские. Поэтому у нас было сегодня тут дело. А сегодня мы поехали. Сегодня. Сейчас. В общем, едем по Анапе, да. Не знаю, как улица называется, на которой едут. Называется она Черноморская. Улица повернули мы, да, мы на Черноморскую. От моря. Так, тихонько там машины выезжают. Вот здесь вот городская больница. В Анапе, конечно, все так узенько. Улочки узенькие. Везде цветут цветочки. Сейчас я только вспоминала, как они зовут. Поверните налево на улицу Самбурова. Тут пробочка. Дома вон какие интересные, красивые. Но это, скорее всего, отели, да. Отель, да. Сауна даже есть, если написано сауна. Везде вон юбки растут. Да. Ну, скажем так, зеленый город, вон цветочки другие красивые. Вот, я забыла, как он называется. У меня же в голове вертелось. Они везде тут. Не на знаю. Штамбе вот их делают, как деревцами. Представляешь, по этой улице ездил, даже автобус у нас остановка. Да. Остановка есть. То есть тут двухстороннее движение? Да. Ничего себе. Это вот именно уже двустороннее. Как это? Да ладно, не важно. Напишите в комментариях. Я вот сейчас только вспоминала про эти цветы, которые стоят такими кустами оформленными. Домики такие тут интересные. Можжевельники растут. А вот многие сосны красивые. Да, сосны это, скорее всего, пицунские. У них огромные шишки. Они прям накренились сюда, над нами. Город вообще, в принципе, очень даже зеленый, да? Да, это все-таки курорт. То есть там должно быть зелено все кругом. Тоже он домик раз, и мансардный этаж пристроили. Да? Красота. Немножко увеличили площадь. Раз, и вот здесь, смотри, какие окошечки шоколад. С такими ставнями. Шоколадная мастерская, музей шоколада, шоколадная аптека. Прикольно. Вот такой. Улица Самбурская. Домики показывают. Архитектура такая у них интересная, слушай. Некоторые такие со всякими вылесинами какими-то такими. Это мусорка, конечно, переполнена, но, видимо, это результат недоработки немножко, да, коммунальных служб. Ну, ничего, справятся. А так все зеленое. У нас нынче август месяц. О, август. Сентябрь у нас, да. На дворе у нас сентябрь месяц уже, начало сентября. 24 сейчас пишет. Но улица вообще кайфово, просто обалденно. Комфортно. После дождика, да, вообще не жарко, не холодно. Вот прям как в раю. Прям заросли юг. Вот когда они особенно цветут, это, наверное, красиво. Они цветут, получается, где-то в мае, наверное, да? Май-июнь. И потом они еще второе цветение дают ближе к осени. Но они колючие собаки такие вообще. За ними ухаживать. Очень колючие растения.
можно порезаться. Вот мне нравится, можжевельники тут садятся, посмотри, вот они, горизонтальные можжевельники. Здесь лужа. Вау, после дождя. Можно потонуть, слушай. По-моему, днище. Да, а заморались. Я не понял, где мы морались. Ну как? Если помоем, значит заморались. Аква, тут так и называется аква. Вода. Ой-ой-ой-ой. Будем пересекать улицу Красноармейскую, да. Нам еще вперед идти. Такой домик большой. Ну, это жилой. Высокий. Это жилой, да. Гараж, первый этаж, второй этаж. И еще, кстати, мансардный там. Курьер проехал на... Что это такое-то? Мотороллер. На мотороллере, да. Я говорю, вот кому хорошо, жить хорошо. Раз, два, три, проехал. Пробки не страшны. Ну да. Гибискус это называется, растение. Да что-то вертится в голове и все. Пробочки, конечно, есть. Ну, извините, бархатный сезон. Домики. Ну это получается, что старая Анапа, да? Да. Потому что новая Анапа, это уже, наверное, будет высокий берег, где там морская Гаргипия, да? Да. Мы еще не совсем ориентируемся, поэтому... Мы здесь недавно. Будем сами узнавать, кататься, что-то показывать. Когда будем мимо проезжать. По делам, да? Какой переулок? Детский? Детский переулок. Сосны, конечно, обалденные. Когда мимо их проходишь, прям запах такой хвойный. Сталик. Вот такие здесь есть пробочки, да. Поверните налево. Дом мебели. Не знаю, какое красивое. Впереди камера на разметку. Она. Город-курорт. Она. Где почти есть такие надписи, да? Ну, кому понравилось, пиши, ставь лайк, подписывайся на канал. Будем кататься еще обязательно что-нибудь снимем. Всем добра и всем пока. Отель. Манор.